Я влюбилась в Аризону. Необыкновенное место. В полном восторге с утра до вечера. Как же здесь волшебно. По-другому даже не знаю, как сказать и как назвать. Но действительно, место вызывает полный восторг. Здесь вот крутая вилла есть чья-то. Ну, я думаю, люди сделали хороший выбор, построив здесь такую замечательную, красивую виллу. Потому что вид, просыпаешься с птицами, энергия прет. А сейчас я иду в одну часовенку посмотреть. Как здесь такая интересная история про эту часовенку. Я потом размещу ее у себя на странице. Вот здесь все это можно посмотреть, но волшебно.